Всем доброе утро. Семён стригёт траву, лужайку нашу с утра. Вчера должны были ехать домой в Челябинск, но поедут сегодня. Ой, какая красота встает, запах. Качельки можно ставить. Мне ведь стыдно рассказывать, что я натворила с огурцами. Прямо вообще стыдно. У меня же две теплицы. В одной теплице все хорошо. Я вчера показывала. Я же этот дом на продажу. На продаже стоит. Вдруг продадим. Я и здесь посадила, и там. Там-то у знакомой у меня все хорошо в теплице. У меня, значит. Огурчики, что-то мне показалось, начали желтеть. Ага, думаю, надо их подкормить. Ну, я вот этот и удобрение вот это сыпала им. Думаю, ладно. Кислое молоко было. В кислое молоко йод добавила, все как обычно, с водой смешала, полила. Что-то, думаю, маловато. Позавчера у меня же стояла медовуха полгода. Она на водном затворе. Все, полгода отстояла. Мне нужно ее в погреб опустить. Я слила ее все по банкам, опустила в погреб. А на дне в бачке остались дрожжи вот эти переработанные. Я думаю, ну, дрожжами же тоже подкармливают. Помидорки, огурчики. Я разбавила чуть-чуть водой. Думаю, ну сейчас тоже огурцы еще добавлю. И полью. Вот это будет удобрение. Вот это они у меня попрут. Ну и что, все полила. И представляете, они у меня все-все гибнут. Ой, я вообще в расстройстве. И сразу же посажу. Сейчас я вам покажу. Один огурец. Все, второй погиб. Погиб. Ну нельзя же, нельзя. Сергей с Семеном смеется, говорят. Они не похмелились просто. Вот этот еще вроде бы ничего. Ну, вот этот, наверное, все. Ну ладно, пусть сидит. Так, сейчас дальше. Вот что с помидорами. Вот, ладно, на несколько помидор хватило. Вот этот вообще погиб. Все желтеют. Здесь у меня горчица посажена. Сейчас я подрастет, пропалю ее как удобрение. И здесь огурчик, все, хана. Вот здесь помидорки были маленькие тоже. Выкидыши, как я их зову. Маленькие посадила. Тоже погибли. И вот посмотрите, один помидор, которому досталось. Весь как больной, сгоревший, пожелтевший. Вот эти ничего. Эти тоже ничего. Нормально. Цвет набирают. Фу, села возле баньки на крылечке. Жара. 9 часов. Уже жарище, просто не ветерочка. Красота. И вот додуматься надо. Говорю, не зря вчера в очереди сидела к психиатру. Надо было мне тоже зайти. Сергей-то проходит, он же мне охотник, им нужно каждые 3 или 5 лет проходить на оружие, медкомиссию. И все так стало строго. Вчера что мы не прошли? Он забыл очки дома, а там, оказывается, тесты сейчас какие-то, заходишь. Там, говорит, заходишь к психиатру, там какие-то игрушки, какие-то тесты, какие-то ребусы, все висит. И вот ты должен сесть и это все решить. А он очки забыл, он же ничего не увидит. Я говорю, ну еще не пройдешь, если там что-то сложно сейчас. Не пройдешь. Вот и все. И зарежут тебе всю охоту. Нюшка пришла. Сейчас тоже хочу окрошечку быстренько сделать на обед. И говядинку достала, что-нибудь на ужин. И плюшечки мне надо испечь. Семену в дорогу и так чай попить. Ну что, друзья, постряпаем булочки. Плюшечки вкусные, быстрые. 0,5 литра молока теплого. Так. Дрожжи у меня белорусские, хорошие.
Надя, у вас такие продают, наверное. Надя с Белоруссии. Такие классные дрожжи. Вообще хлебопекарные. Так, столовую ложку дрожжей. Тут у меня хлебушек подходит. Специально дождалась, чтобы он уже выпекать почти, что ставить. Чтобы с плюшками вместе не сошлись. Так, 4-5 ложек сахара. Мы любим послаще. Ладно, положу 4, потом в тесто буду побольше. Так, и щепоточку соли. Как без соли. Все размешиваем. Можно даже не делать опару. Дрожжи просто отличные. Новую пачку еще открыла сегодня. На хлеб вижу, что вообще прекрасное. Так, размешали. Соль, сахар, дрожжи. Ладно, еще маленько помешаем. У нас налетела туча и гроза гремит. Не знаю, первая, наверное, гроза. Гремит все, потемнело, прохладненько стало, красота. Только белье повесила, говорю, блин, даже не ветерочка. А я люблю, чтобы белье ветром продуло. И хоп, ветер налетел. Сергей приехал с Верхнеуральска, прошел психиатра, короче. Вчера он очки забыл, говорила я вам, сегодня съездил. Прошел, ответил, говорит, там, наверное, 4 листа вопросов. Такие, говорит, дебильные вообще. Да, нет, надо отвечать. А на некоторые говорит, я не знаю, как ответить, там, да, нет. Например, такой. Если вы разозлились, долго ли вы психуете? 5 дней. Ответ. Неделя. Месяц. Как, говорит, я должен ответить? Если я разозлился, ну, как все люди. Тут же успокоился, там, отвлекся. Просто вообще так усложнили сейчас охотничье разрешение выдавать. Вообще. Вот он боится даже квас сейчас пить, таблетки какие-то пить. Ему сказали, не дай бог, там в крови что-то покажет. Корвалол нельзя, анальгин нельзя, ничего нельзя. Все, сразу зарежут на всю жизнь. Закроют и охоту, и все. Так, у меня вот здесь только масла, меньше половинки стакана. Выливаем сюда. Без яиц. Может, у кого-то вкуснее булочки есть? Лучше скажите рецепт. Я что-то вот привыкла поэтому. Все, просеиваю сюда муку до мягенького теста. Вот так я его постукиваю об стол, кидаю. Видите, маслом смазываю. И оно потихонечку месится. Ага, дождик. Дождик моросит. Нужно успеть до Семена отъезда настряпать и хлеб, и булочки. Сложить им. Ну что, тесто у меня поднялось. Второй раз. Начинаем по-быстрому. Лепешечки. Тесто подпискивает, прям постреливает. Люблю. Так, делим его пополам. Половинку убираю. Так, 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 где крышка? Видите, хлебушек уже испекся. У нас на улице дождичек прошел, свежо. Ой, красота. Сбилась жара. Сегодня может не поливать хоть.
раскатываю. Слышно вам, как пищит? Вот что. О, пузырится. Главное, чтобы дрожжи были свежие. Раскатала. Постаралась как можно потоньше. Пусть слоистая будет. О, укроп. Как сюда попал укроп? Блин, не могу. Везде у меня укроп. Называется, Оксана делала окрошку. Так. Начинаю сыпать сахар. Прям тоже, девчат, не жалеем. Сладенькие будут, вкусненькие. Чтоб не как магазинные. Все, начинаю скручивать тоненько. Так. И режем. На равные части. Такие улиточки. Так, дальше что? Пергамент выложили. И вот так вот. Немножечко, как бы я вот так подталкиваю серединку. Делаю розочку, ставлю. Подталкиваю чуть-чуть. Ставлю. Немножко расстояние даю между ними, потому что они очень-очень поднимутся. Вот так, когда спешишь, не мудрю булочки. Это вот летом я всегда так. Зимой еще можно там финтиклюшки выписывать. Так, и следующий раскатываю. Все, полчасика постоят накрытые. Подымутся и можно выпекать. Испеклись мои булочки. 30 минут в духовке стояли. Сейчас пока не буду трогать, пусть подостынут, накрою. Посмотрите, какие они нежные, остыли, какие воздушные, ароматные. Еще даже горячие, но все равно уже надо ехать. Он любит серединку. Сейчас я ему... Вот такие... Сладенькие, с той стороны. С молочком сейчас бы, да? Обожаю. Горяченькие плюшки с молочком. Потом только в двери не прохожу. Почему в двери не прохожу? Нежнятина. Еще одну положу ему. А это нам. У меня Сергей спит, отдыхает, поэтому я тихонечко говорю.
пусть поспит. Вкусно. Все, провожаю сыночка. Где он? Маш, выходи. Родители здесь в магазине. Опять этот оператор, а? Все, пока. 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 Счастливо. Ребят, еще хотела вас научить один заговор говорить на дорогу. Детям, там, мужу, себе. Всегда говорю. Кто меня научил? Научила меня тетка Сергея. Когда Семен был маленький, он вообще был беспокойный. Просто с рождения орал. Куда только мы его не возили. Я сейчас в магазине работаю, отвлекаюсь, смотрю, никто не идет. Куда только мы его не возили. В общем, лечили, то пупок заговаривали, то что, то испуг. И вот у него тетка лечила. Она жила в Миндяке, кто знает, тетя Маня. Вот она заговаривала от испуга, от страха. И вот Сергей меня увез ее на неделю. Я там жила, и она лечила Семена каждый день. И мне вот, блин, научиться хоть бы. Вот, ну, смотрела просто своими делами, не вникала. Ну, что 20-25 лет мне было. Потом она умерла, и вот я сейчас жалею. Говорю, ну, что я не научилась? Вот что вспомнила, записала. И вот она, этот заговор мне. Я вам напишу под видео. Короче, когда куда-то едете... Или провожаете. Вот, например, как я говорю. Мой сын в пути, Господь Бог впереди, Богородица за ним, апостолы с ним. Если мы всей семьей, моя семья в пути, Господь Бог впереди, Богородица за нами, апостолы с нами. И вот на любого там. Мой муж в пути, там мой Саша в пути, мой Ваня в пути, моя дочь в пути. Идет ли на экзамен, едет ли Маша на соревнования, я всегда говорю. Так что вот поделюсь с вами. Она меня этому научила, я запомнила. Говорю, ну и то, что успела, вот то, что запомнила, как она отливала, смотрела. Вот это я немножко помню. Вот Маша росла, ее отливала, бывает. Ну, вроде помогала, не знаю, правильно, неправильно. Так что вот так. Еще хотела сказать, девчонки, ну не вы не обижайтесь на меня, что у меня такие видео... Бешеные какие-то, короткометражные. Ну, потому что я то там, то тут. Бегу сюда, бегу туда. Быстро-быстро у меня вот... Сейчас у меня вообще такой ритм. Я нахватала этих огородов. Я то там, то там, то там. Раз говорю, мы продаем этот дом. Я-то в надежде, что мы продадим. Нас нахватало там огородов, насажала. А вот дом никак не продается. Хотят покупатели. Но есть немного, но есть. И вот у всех свои проблемы держат. И поэтому я разрываюсь. Вы уж не обижайтесь и не ругайте меня, пожалуйста, что я вот так вот. Ну вот, ну так у меня получается. Я еще и не умею долго снимать, долго говорить. Ну вот как умею. Там поснимала, поделала, там поснимала. Бешеная, бешеная. Я знаю, что я бешеная баба. Ну вот как могу уж, как могу. 5 месяцев всего я блогерствую. Вот уж как получается. Девчонки, не обижайтесь. А то я как увижу какой-нибудь комментарий такой, так расстраиваюсь, уж вообще не могу. Близко к сердцу все принимаю. Так что вот, вот так, девчонки. Запоминайте этот заговор. В дороге уже с вами ничего не случится плохого. Беда вас обойдет. Вот потихонечку выкладываю вам все, что знаю. Так что вот так. Спасибо вам всем, что смотрите. Скоро уже буду закрывать, домой пойду. Видите, как у меня сегодня день. И испечь надо, и Семена проводить, и все. И... Спасибо, мама посидела, Семен посидели, поторговали. Я вот их сменила сейчас, успокоилась. Все, всем до свидания, всем пока-пока.